Всем хай, с вами Юджин, и мы сегодня продолжаем играть в No One Lives Under the Lighthouse. Сумасшедшие дела происходят здесь. Кто-то ходил по нашей крыше. Мы должны взять распятие. Ключ. Не будем заселать даже кровать за собой. О, смотрите! Кто-то рылся в моем сундуке, кто-то хотел его украсть. Благо, он очень тяжелый. Что это? Что это? Я, наверное, смешно очень закричал. Что-то мне прям очень захотелось бросить все и убежать. Какая-то музыка страшная была. Мне кажется, дверь стала больше, либо я стал меньше. Какого-то маленького мальчика отправили. Что это? Чайка! Чайка спикировала мне в дом. Схавала все мое мясо, все испортила. Блин, ладно, давайте надо убраться здесь. Боже. Я прям как-то очень панически сейчас испугался. Вы, наверное, слышали и видели по мне. Простите, друзья. Все, я так понял, нам теперь надо починить крышу. Пойдемте, пойдемте. Блин. Говно какое, а? Что-то очень туманно. Необычайно туманно. Не так, как обычно. Так, не сходим с тропы. Да. Надо. Духу возродился! Желательно меня не убивать, а если убивать, то очень быстро. И без громких шумов. Я в доме что-то совсем испугался. Очень прилично. Так, кишки взять не можем. Хорошо, оставим. Хочется заранее предусмотреть все. Так, ага, вот лопата. Что это? Доски. Так, гвозди. Молоток. И лопата. Все. Пошли чинить крышу. Вообще, мне не платят за это. Мне платят только за то, чтобы я маяк поддерживал в рабочем состоянии. Как видите, я не очень справляюсь. Но крышу чинить, извольте. Кого-нибудь на лодке пришлите, кто умеет это делать. Это просто резонирует ветер в камнях, в скалах. Просто это. Это объяснение. Ничего страшного и сверхъестественного. Нет, нет, нет. О, отличненько. Впервые на крыше здесь. Ну что ж, давайте залатаем. Доска раз, доска два, доска три, четыре. Все. Теперь мы должны гвоздь. Надо, в общем, это везде сделать. Какая монотонная, блин, работа. А если я, если свои золотые руки молоточком ударю, я же должен этими руками маяк поддерживать в рабочем состоянии. Не цените вы меня. Что, слишком тихо, да? Но благо молоток есть, и можно отбиваться будет. А, нет. Кто-то в доме? Кто-то в доме. Зачем мне дали распятие в руки? Зачем эта возможность? Это просто они хотят доказать, что у меня вера слепая, да? Что вера слепа, и что она на самом деле не поможет никак. То есть, что если я буду просто держать дурацкий крест в руках, это мне поможет? Вряд ли. Морально поможет, но вот физически как-то не особо. Так, я ключ взял. Что за ключ? Не знаю. Опа. Можно забраться на стул. Хорошо. Пора заняться своими прямыми обязанностями. Пойти маяк зажечь. Блин, темнее и темнее становится. Чего держу этот крест дурацкий? Молоток надо держать. Вот это поможет. Меня сейчас посадят за оскорбление. Крест не дурацкий, нет, он прекрасный. Такой весь крестообразный и очень, очень прикольный. Я не включал. Нет, я не включал. Вот она. Мы можем зайти? Чисто позырить, чисто позырить. Не буду поворачиваться назад. Повернусь. Не страшно. Окей. Ну что ж, все дальше по накатанной.
как мы умеем. Мишки на месте. Стоп! Мы вернулись в начало игры. Мы... Там должен быть силуэт, да? Нет, силуэта нету. Мы вернулись, кажется, в начало игры. Окей, мешки подняты. Пойдем. Все, здесь нормуль? Нормуль. Есть! Да будет свет. О, луна. Что мы еще можем в руки взять? О, молоток исчез. Окей, я думаю, нам нужен свет. Давайте выйдем, посмотрим на красоты. Что здесь? Ничего нету. Понятно. Теперь нам нужно будет сейчас идти вниз, а там будет сюрприз, да? Кто это? Что? А, граммофон. Всего лишь. Какого хрена человек-комар стоит? Что за косплей? Я должен с ним что-то сделать? Сюда! Подвал! Смотри! Подвал! Это, блин, человек-комар! Что у него? Он залепил жвачкой огромной дверь мне, чтобы я не вышел. Я спрятался в подвале. Слушай, вот я ждал мистер Щупальца, русалка, но никак не этого. А, нет, опять! Опять погас. Дальше должен быть человек-собака в костюме собаки. Есть! Утро. Но музыка все еще... Предыдущий смотритель исчез. Что это было? Не понимаю. Ну да, да, мы там вернулись в начало. Вот сейчас вернулись в начало игры самой. И там в начале мы зажгли этот маяк. И нам потом просто показали, как он погас. Но не показали, что происходило со мной. И вот мы сейчас увидели. Мы бежали от человека-комара. Стоп, а где... Ой, нету. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, это вот все, что у нас есть. Блин, пожалуйста, пожалуйста. Это нет. Куда налево? Вы что охренели? Куда я иду? Куда, блин? Я не знаю, куда идти. Что? Так надо? Опа! Меня плющит. Фак, 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 фак. Как понять, куда идти? О, блинушки! Мамочка! Не надо! Нет! Не хочу видеться с ним. Мама, 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 мама. Вот это проглюк адский. Он специально меня ударил, чтобы я потом нервничал, что это за место. Я должен найти какой-то выход из этого чертового лабиринта. Куда мне идти? Как понять? Я не запомню, куда я бегу. Да Иисусе. Кажется, я бегу по кругу. Есть вообще значение, куда я бегу? Объясните мне. О, нет! О, нет! О, нет! Она меня достала.
Заново? Погодите, как я должен понять, куда мне идти? Беги, 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 беги. Короче, нельзя медлить, надо просто бежать. Я должен что, реально запоминать, куда мне идти? Да это невозможно. Пойдем сюда. О, нет. А может быть, это хитрость какая-то? А что если... А что если назад побежать? Я не знаю. Не уверен. Пока что-то не уверен. Вот это вот... Вот эти вот места странные. Места перехода. Ой, блин! Черт, 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 Найн! Спаси меня, туннель! Я выбежал! Куда? Правильно сделал? Здрасте. Есть я. Я в рельефе оказался, реал. Что это? Я паромщик. Ой, какой, как странно, был сейчас эффект. Мне казалось, я сейчас далеко куда-то вот иду, в проход, а это не проход. Смотрите, мы можем аж сюда куда-то пойти. Ладно, пойдемте. Надо исследовать. Мы точно, это точно логово Ктулху. Может, надо было на лодку все-таки? Может быть, это вторая концовка? Это вообще я? Откуда у меня этот факел? У меня была лампа. Блин, что это? Это точно Ктулху, вон он стоит, его крылья. Мы в рельефе. Я все это время шутил. Я думал, что это просто отсылки, как бы, но это реал оно. Все-таки нам не надо было на лодку. Нам надо к нему. Вступить в его ряды, в его, стать его приспешником. Нести его свет. Относительно добрый. В мир. Да? Это моя задача. Тут должно быть сейчас все вообще непонятное. Опа, темнеет. Ой, темнеет. Я здесь, я сейчас прыгнул, дурак. Я вообще не ожидал, что это все вот в этом. Блин, нет, 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 стой, перестань, перестань. Что это? Куда? Ну, боже мой. А! Чё это? Ты что? Ты на меня нападала? О, смотрите. О, последнее! Последний жетон! Мы вернемся к своему дому! О, я все правильно сделал. Что это? О, платформа. Что же там будет в сундуке? Стоп. Окей. Ой-ой-ой. 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 Точно. А, нам надо все забрать.
все найти и все вставить. Заново, блин. Ладно, хорошо, вот еще один по-любому. Да? Сэр? У вас жетончик, да. Хорошо. Не знаю, давайте сразу ставим, что ли, на всякий случай. Да что это за... Кто там купается в воде, плещется? Блин, страшно. Ладно. Я не знаю. Сюда, что ли, пойдем? Погодите, или можно еще ниже? Нет, нельзя. Тихо, не орите. Знаете, меня что пугает? Осознание того, что... Как это все работает? Осознание того, что реально же... Вот, вот эти вот звуки издают какое-то реальное существо, которое где-то там бродит сейчас. Не знаю, мне вот такое... Я когда начинаю об этом думать, у меня совсем особый страх появляется. Это, знаете, каждый раз, когда вот идет какой-нибудь фильм ужасов про маньяка, про убийцы, который где-то там шастает, и я всегда думаю о том, что он реально сейчас где-то там ходит, где-то там что-то делает. А, нет, я не готов входить сюда. А, нет. Окей. О, блин. Тихо. Смотрите. Что это за... Что это такое? Странно. Но нам не сюда, кажется. Воу. То есть надо было здесь просто зажечь этот костер. Ладненько. Нам нужно попасть как-то вот к этим статуям, да? Стоп, я точно там все посмотрел, а то вдруг там еще один жетон, а я просто ушел. Надо убедиться. Надо еще раз посмотреть. Внимательно. Может быть, это вот здесь торчит. Нету. Может быть, в столбах? Все. Теперь мне как-то спокойнее. Можно уходить отсюда. Ну как спокойнее? Насколько можно быть спокойным в этом месте? Можно здесь прыгнуть? Нет. Окей, здесь все. Что за басы? Что за басы? Перестаньте. Все, мы были. Теперь только вот прямо можно пойти, по-моему. А, еще вот сюда. Короче, здесь будет предпоследний. И там последний жетон. Смотрите, еще один костер. Я не могу представить, к чему нас все это ведет. Мы сейчас высвободим темные силы. Ктулху будет свободен и снова властвовать на земле до скончания времен. Сюда. Пойдемте сразу сюда. Опа. Опа. Тут... Да сколько можно ходить? Еще ниже. Нет. Не уверен. Погодите. Вот сюда можно пойти. Да! Здравствуй. Долго я тебя искал. А теперь пойдем вниз. Зачем так низко? Последний. А дальше зачем? А зачем дальше вот эти проходы? Куда? Куда оно нас... Мне вот что интересно, нападут на нас или нет в итоге?
Ладненько, и еще вот сюда. Возможно, здесь будет еще один костер, который мы зажжем. И будем жить долго и счастливо. Не знаю. Не знаю, что дает. А кто возводил все это? Кто инженер? Оу, блин. А, это мы поднимаемся в ми... Мы возвращаемся обратно. Понятно. Нас просто вернуло. Ну окей. Понеслась. Что же в этом сундуке? Маяк увидеть, личинка, бабочка. Так вот они откуда взялись тогда. Кто-то... Предыдущий смотритель, может быть. Опа, опять. Да что ж такое? Где мы? Корабль. Это утес. Куда мне надо плыть? Я жму вперед, а он назад. Я себя пиратом чувствую, который с острова Сокровищ только что. А, я даже могу ничего не жать. Мне кажется, просто надо вот так делать и все. Опа. Снова я управляю. Точнее, только камеры. Что? Вы понимаете, что происходит сейчас? Я нет. Но мы приближаемся к какому-то кораблю. Это же наш утес. Наш маленький островок. По-любому. А это мы? Это наш персонаж? Или уже кто-то другой? Что мы видели только что? О, опять. Что это такое? Что-то органическое. Кстати, голову прям на 360 могу поворачивать. Кораблик, давай, подплыви ко мне. Забери меня домой. Я несу какое-то тайное знание. В этом сундуке, да? Но в этом сундуке были просто мухи. Вот эти вот мотыльки, бабочки, не знаю, кто это. Это все, что там было, походу. И что это значит? Нет! Нет! Нет, нет, нет! Я должен самолично опять туда приплыть. Предыдущий смотритель исчез. Да что здесь происходит? Это я уже новый персонаж или я все тот же? Знаю ли я, что произошло? Ну, точнее, я-то знаю, а он знает? Сейчас что-то родится на свет, чувствую. Опа, где мы? Что это? Это мы под лодкой! Чего? Что это? Мы сейчас увидим сами себя? Это мы были под лодкой. Вот под этой шлюпкой. Что мы там делали?
И мы сейчас придем домой, наследим опять. Погодите, а что если нам показывают все, что мы делаем каждую ночь, но мы просто об этом не знаем? То есть каждую ночь нас какая-то тварь загоняет в подвал, и мы от страха спасаемся и бежим. Вот что происходит, мы бежим и оказываемся в этом, в рельефе, но мы каждый раз об этом забываем. И сейчас что-то пошло не так. Мы помним, что произошло. Да, но почему мы опять проиграли вот эту сцену с приездом на этот остров? Наглотались воды. И уплывали мы вообще в ту сторону. Ну, я как-то даже следов не оставляю, то это я, типа, грязный, так, не знаю. И что это за... Такое ощущение, как будто мы в утробе были. В кишке. Мы сейчас увидим себя со стороны. Я, если что, бежать не могу. Ой, прям такой кашель, я прям чувствую, как он... Смотрите, да, все нормально. Вот он, наш чемодан. Вот у нас только один жетон. И мы ложимся спать. Обливались. Сейчас посмотрю в зеркало, да, там что-нибудь стрёмное. Нет, там ничего нет. А сейчас? Папа, мы личинка. Где мы? Мы личинка! И мы ползем по маяку, это мы оставляем этот след. Ничего не понимаю. Как это так? А след остается? Мы его не видим. Ну ладно. Это очень крутая игра. Стоп. Погодите, да, мы сначала личинка, потом мы человек-муха. Правильно? Неправильно. Правильно. Что мы должны сделать? Я не понимаю. Вот он выход. Мы не можем ничего делать. Окей, может быть, нам все-таки надо вниз. Но погодите, мы только что, когда мы шли к дому, мы кашляли как человек. Но посмотрев в зеркало, мы увидели, что мы личинка. Когда мы это увидели, мы пошли на маяк ползать. Почему бы и нет? Опа! Во, мы... Спустились. Мешки надо убрать, да? Нет, мешки не надо убирать. Может быть, их сверху надо убрать? Я не знаю, каково быть личинкой, как личинки мутят обычно, поэтому я не знаю, что делать. Почему мы ползем так, словно застрелит такой звук, как будто мы механизм? Хорошо. Да, мы срезали. Ах, какой я подлец! Смотрите, что намутил. Нет. Теперь надо вниз, только по стенке. По ступенькам не ходим. Это не наше личиническое дело. Получается, и мы будем тем самым монстром, который бежит за мной. Словно вселенная разделилась на две части. В одной мы приезжаем туда, в другой мы уже приехали туда, на маяк. Уже превратились в личинку. Так, мешки стоят. И, короче, терроризируем сами себя. Ням! Вкусно! Ням! Очень вкусно! И сейчас мы будем по крыше своей ползать. Так, заползаем. Мы аккуратненько клешнёй открыли дверцу. Так, что мы еще напакостить можем? Подвальчик. Боу. В чем прикол?
Ой, неприятная мразь. Да-да, человек-комар, это мы. Вот почему мы не могли зайти. Вот он, да, это он бежал за нами. Теперь я должен себя поймать. Но ведь я себя не поймал. Вот почему нам показывали от первого лица. Все, я не успел. Нет, какого фига, ну ничего, я подожду здесь. Нет, я нападу в другой момент, дождусь, пока будет дождь. Куда мне идти, что мне делать? Не могу. А в данный момент я сейчас там нахожусь. Втупляю. Изыди, изыди, тварь. Что мне теперь делать? У нас у монстров очень неразнообразная жизнь, и мы либо охотимся за кем-то, либо все. Тупляем. Что делать? Пойду домой спать. Правильно я делаю, что иду домой спать? Нет. Туалет. Может быть, надо на маяк обратно? О, нет, я слишком большой для маяка. О, смотрите. Все, меня призвали. Клака открылась. Вот где я тусил. Сторону. Короче, этот остров живой, он органический сам по себе. Блин, это прикольно. Монстром быть уже не страшно. Опа. Это тоже своего рода маяк, да? Только для монстров. И меня тут снова таки отчитывают. Какого хрена ты не держишь маяк в рабочем состоянии? Дурак, не получишь своих денег, плохой работник. Я такой, ну блин. Представляете, вот быть этим существом. О-о-о. И жить вот в этой фигне. И считать это нормальным. Типа, так, так я и живу. Опять маяк. Мы видим маяк. Реально подземный маяк. Я смотритель маяка для Ктулху. Ну хоть перевели, вот это радует. Окей, я тебя понял, босс. Сделаю все в лучшем виде. Только я не понимаю, куда дальше идти. Подсказочку. А, я, получается, пришел. Услышал послание, такой, окей. Мог бы мне смс-ку написать. Просто так перел сюда, дурак. Что так медленно иду? Давай. Такое ощущение, как будто я школьник на перемене. Не бегать, но я бы хотел. Все, поползли. Позвольте. Что делать-то? А, может быть, нужно прицелиться на дырку? Клака, я готов, принимай. Нет, отстойной жизнью монстра. Не хотел бы я быть таким. Интересно, а в мире монстров я считаюсь красивым? Вот эти вот мои щупальцы, которые мы видим сейчас, они сексуальны для девушек-монстров? Если вот ты, девушка-монстра, смотришь меня сейчас, то скажи, симпатична ли я? Пиши в комментах. Я уверен, никто не напишет. А, смотрите, вот. Даже девушки-монстры не оценивают меня. Так, хорошо. Вот жетончик. То есть мой монстр раскидали жетончики. О, смотрите, это я выполз. Ага. Это я весь выполз. Отсюда не могу, я стал больше, по-моему, еще. Ха-ха-ха. А, я сейчас наверху, в данный момент нахожусь на маяке. Помните, мы слышали, как...
кто-то шел. А это мы. Это мы. Босс сказал привести. Жирный Тони передает привет. Вот, сейчас нам нужно будет бежать. Мы стоим, вспоминаем время, когда мы были людьми, да? Куда? А ну стоять! Ты думаешь от меня удрать, да? Да! Ой, не зря ты, зря ты! Он был! Пусть-то за ним! Ну, говно какое! Хотя это же часть плана. За ним гонимся. Куда делся? Куда я иду? Куда, блин? Как быстро убежал. Ау! Ну, блин. Снова бегать по этому лабиринту. Я хоть и монстр, но я до сих пор... Опа! Меня плющит. Слышите, слышите. До сих пор не могу понять, куда здесь бежать. Несмотря на весь мой большой стаж... Стоп. Так это сюда, по-моему, да? Надо бежать. А, мать. Не думал я, что вернут в этот сраный лабиринт. Не хочу здесь тусить. Я хоть и монстр со стажем, но вот эти вот... Фак. Слышите? Слышите? Сейчас мы догоним. Вот эти вот лабиринты и вот эти вот глючные туннели, они, конечно, меня... Не могу никак привыкнуть к ним. Слушайте, как хорошо быть хищником. Вообще не страшно. Когда я был здесь в роли... Слышите? Как понять, куда идти? Когда я был здесь в роли чувака, вот там я пересирал. Где ты, говно? Где-то здесь. У блинушки! Мамочка! Вот мы здесь. Как-то я здесь бежал. Я вот где-то тут недалеко должен быть. Я должен выйти сейчас как раз-таки на это место. Да, наконец-то. Ага-ха! Я всадил в него. Я убил его. Я убил себя. Я купал. Так, почему эти стоят? Я ничего не понял, но это было круто. Это вот тот самый момент, когда ты ничего не понял, но было очень круто. Предыдущий смотритель маяка исчез. Мы были этим предыдущим смотрителем маяка. И мы были новым смотрителем маяка. И мы были этим монстром. Кстати, пропустили все-таки момент с крышей. И пропустили момент с тем, когда был ливень. И монстр тоже напал на меня, я помню. Окей, если вы что-то поняли, всегда проще понять все, когда ты там либо пересматриваешь, либо перепроходишь, либо не играешь, а просто смотришь. Ты больше внимания... То есть ты отвлечен... Не отвлечен на геймплей, на управление. И ты можешь думать о чем-то другом. Вот, на самом деле, чем хороша человеческая команда и команда из нескольких людей. В том, что пока один на себя берет одно, другой может сделать что-нибудь еще, о чем-нибудь подумать. Так, давайте попробуем разобрать. Мы начали игру с того, что мы были смотрителем маяка. Мы спускались в подвал и видели силуэт маяка. Ой, маяка... смотрителя. И что это за силуэт был? Это был наш силуэт? Она как бы нам подсказала, что мы там окажемся. Вот, и потом мы включили маяк, он погас. И как раз-таки получается, что в этот момент, когда погас маяк, за нами побежал монстр, который мы. Мы побежали вниз в подвал, монстр побежал за нами. И мы бежали в этом лабиринте, будучи собой и будучи монстром. Бежим, добегаем до этой пропасти, я в нее прыгаю. Но когда мы играем за монстра, она показывает, что мы не дали ему спрыгнуть. Он нас убил. И вот как только это произошло, нам показывают, грубо говоря, я сейчас пытаюсь просто хронологию восстановить, нам показывают, что мы оказываемся в логове Ктулху, зажигаем все штуки, вот эти вот все факелы, костры, находим все медальоны. Так, погодите. Открываем сундук, там будучи не знаю кем,
Видимо, моряком этим смотрителем, который упал. Который упал, когда мы им упали в вот этот колодец, я не знаю, я уже путаюсь. Короче, упали, оказались там, зажгли все, нашли все жетоны, вставили. Выпустили пчел, выпустили тварей. Мух, они полетели и прилетели на маяк, облепили его, когда мы были там. При этом, когда мы гонялись друг за другом, сами за собой, в разных ипостасях гонялись вот в этом лабиринте, и пока мы находились там у Ктулху, нас везут туда, на маяк, уже средь бела дня. Впервые. Такое ощущение, как будто мы, будучи монстром, оборвали эту цепочку. Мы поменяли ход событий. Такое ощущение вот сейчас, я не уверен, конечно. Получается, есть какая-то вселенная, вот, в которой мы послушали Ктулху и привели его на маяк. Ой, на под маяк туда, в его логово. И он таким образом превратил нас в монстра, в нас в личинку и так далее. Чтобы мы себя и привели туда. Получается так. Так? И потом, когда мы стали этим монстром, мы побежали за нами, начали гоняться. Осознали, что, о боже мой, да это же мы. Мы потом себя убили. И в итоге оборвали цепочку. И маяк погрузился под воду, под остров. Как раз таки, когда нас везут на этот остров. И они такие остановились, все, маяка нету, работать нет смысла. Все. То есть как бы мы нарушили ритуал. А что этот сундук делал тогда в доме? Я что-то не понимаю. Очень много пробелов, друзья. Пишите вашу версию событий. Так, я сейчас посмотрел, оказывается, в этой игре есть несколько концовок. Несколько концовок, которые мы обязаны будем с вами посмотреть. Не сейчас, но я запишу видос по остальным концовкам. И это будет следующий выпуск, последний, заключительный. Тогда мы, может быть, восстановим всю картину и поймем, что же на самом деле здесь происходит. Очень крутая игра, прям вот муа. Мне очень нравятся эти странные, непонятные игры со странным ощущением. Вот здесь такие цвета подобраны, такое изображение, что я всегда ощущал себя, как будто я вымочен ливнем и ведь в грязи. Мне все время вот это ощущение казалось, как будто я чувствую запах водорослей, который с ветром, знаете, приходит с моря. Короче, просто очень клевое погружение в игру у меня случилось. Надеюсь, вам тоже понравилось. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вы подпишетесь на канал, то надо жать колокольчик обязательно, чтобы не пропускать новые видео. И если вы подписываетесь, то вы становитесь доску своими окончательно, пожизненно. Огромное всем еще раз спасибо. С вами был Юджин, и всем 5!